Локомотив – одна из лучших команд России. Было трудно, но игрой нашей команды я доволен. Шансы были, но это футбол. Мы же должны продолжать двигаться в этом направлении и прибавлять с каждым туром. По игре были моменты, могли забить во втором тайме, во второй половине уже. Мы владели инициативой, и просто не хватило нам забить гол. Мы играли сегодня лучше соперника. Во втором тайме мы вообще доминировали на поле. Где-то не хватило везения. Обидно проигрывать при такой игре. Одну очку из Черкизова мы должны были увозить как минимум. Конечно, очень приятно дебютировать в премьер-лиге. Ничего могу сказать. Конечно, эмоции сейчас захлестывают. Очень приятно. Спасибо. Подбадривал, конечно, говорил, надо выстоять первые 15-20 минут, потому что они сейчас побегут вперед. Но, видите, не получилось. Будем работать над ошибками. Я думаю, в следующем матче будет лучше с каждым разом. Могу сказать, что если бы не наш вратарь, в нашей сетке могло побывать гораздо больше мячей. Не знаю, я думаю, была игра равная. Но, видите, так получилось, то, что мы пропустили. Проиграли. У нас тоже были хорошие моменты, чтобы забить, но немного не получилось. Ничего, будем смотреть игру, посмотрим ошибки. Думаю, дальше будем стараться выигрывать и радовать болельщиков. Сегодня мы играли по схеме с тремя центральными полузащитниками. Меня просили играть свободнее при атаках и размашисто при передачах. В оборонительной фазе я старался успевать возвращаться назад и отрабатывать вместе с командой. Удача сегодня была не на нашей стороне. Ну, выпускаю на поле, мне сказал быть уверенным, играть так же, как всегда, играть свою игру, цепляться за мячи, зарабатывать штрафные, отыгрывать и быть штрафной при подачах. В раздевалке подбодрил всех ребят, сказал, все молодцы, все бились, ничего, это футбол бывает, проиграли, но будем работать, посмотрим ошибки, исправим их и дальше будем двигаться. Они уже играли по счету во втором тайме больше, и плюс на кубок играли 120 минут, подустали, подсели, где-то нам было полегче, может быть, мы были посвежей на концовку. Готов пока не на 100%. С командой я тренируюсь всего 5-6 дней. До этого работал индивидуально. Надеюсь, что буду быстро прибавлять в кондициях. КАМАЗ. Проверен временем. Проверен дорогами.